5-й Кирасирский полк, вот, полковой хирург, доктор Ливси, к сожалению, да, другого имени докторов мы не знаем, поэтому я получился Ливси. В принципе, медицина, она уже давно, уже несколько столетий к этому моменту является такая паноевропейская, то есть, собственно, сами операции, инструменты ничем не отличаются. Вот, отличается организационный подход. Вот, во французской армии разрешалось покидать поле боя, если вы сопровождаете раненого к врачу. Вот, были, солдаты этим, да, пользовались? Да, пользовались, к сожалению, вот, вовсю. Вот, не то чтобы это было вот, массовое такое дезертирство, но тем не менее описаны случаи, когда 5-6 человек уходили с гитарой, с цыганами. Вот, в общем, такая небольшая процессия подходила к доктору. Чем это хорошо конкретно для врача? В полевой хирургии не было никакой анестезии вообще. Поэтому все, кто приходил, все фиксировали своего товарища на операционном столе, стуле, табурете. А, то есть кто меня, да, приволок к хирургу, тот меня и держит. Да, да, это, в общем-то, вполне удобно и логично. Вот. Я буду, собственно, твоим боевым товарищем, твоим лучшим другом на следующие 2 минуты. Да. Вы меня будете, да, держать. Вот так я тебя держу. Вот. Вот. Примерно так это все выглядело. По правилам, надо человек сначала полностью... Ладно, потом поиграем, да. Надо полностью человека освободить от одежды, промыть, потому что он приходил, появлялся у нас без сознания, в крови, в грязи. Вот. И, опять же, редко, но тем не менее, описаны случаи, даже, в общем, сами врачи в своих мемуарах писали, что отрезали не то и не тому. Вот, были такие варианты. Редкие, конечно, дурацкие, но тем не менее. Вот, в данном случае в плане демонстрации мы этого ничего делать не будем. Будем резать там, где доктору удобно. Вот здесь. Вот. Так, чем? Вот. Инструмент номер один, который нам нужен, это турникет. Турникет? Вот, турникет – это такой жгут специальный для артерии. То есть обычный жгут, он у нас пережимает вены, тот, который вам ставят в поликлинике, когда забирают кровь там, для анализов. Вот, а турникет, он пережимает именно артерии, и артерия находится глубоко. Когда есть дополнительный ассистент, он пережимает ее пальцем, когда нет, мы пользуемся вот таким, такой машинкой. Мы крутим винт, винт растягивает пластинки, и нижний упирается в артерию. Где бы мы не проводили операцию, артерия доступна только здесь, поэтому всегда ставим его только в этой точке. Вот, я, в принципе, вот могу там тебе найти, чувствуешь, там неприятно. Да. То есть она идет рядом с нервом, поэтому как бы там больно, сама артерия не болит. Во. Дальше. Нам нужно сделать один круговой надрез сразу до кости одним движением. То есть почему так делается? Не было никаких вариантов борьбы с инфекцией. И поэтому, чтобы уменьшить как бы вот это заражение, надо было сделать максимально быстро и максимально аккуратно. То есть в идеале одним движением сделать по кругу и сразу до кости. Вот. Чем больше опыта, тем лучше получается. Да. А это как? Вот. Это какой-то специальный нож? Он какое-то название имел? Да. Ну, вообще, это все ампутационные ножи. Про них могу тоже отдельно рассказать. Современные ножи имеют вот такую форму. И в 812 году тоже уже пользовались такими в основном. Считал, что если надо резать по кругу, то и нож должен быть круглый. Это, в общем, кто когда-нибудь... Я надеюсь, никому не придется воспользоваться, но это реально неудобно. Вот. Потому что на каждую окружность, на каждую конечность должен быть разной степени кривизны ножек. И поэтому можно найти музейные экспонаты, где в одном ящике, в одном наборе до 10 вот таких ножей с разной степенью скривления. Вот. Поэтому это, конечно, неудобно. Вот. А прямой нож, он всегда прямой, он сейчас такой. Вот. Тем не менее, долго рассказываю. Вот это все, что мы сейчас сделали, это установка турникета и разрезание мягких тканей. Это 5 секунд на все это уходит. Да, это все наживую, поэтому как бы это быстро и происходит. Надо сделать наживую. Вот, собственно, 2-3 минуты, ну, в зависимости от как, конечности, это самая длительная и самая болезненная часть операции. Это, в общем-то, вот тут я тебя подержу, можно начинать орать. Да! 3-4 минуты – это пиление кости. Надкостница – очень чувствительный орган. Это очень больно. После этой операции. Вот. Хитрость состояла в том, что... Так, ну вот да, сейчас я это расскажу. То есть на этом моменте ассистент, либо кто-то, кто умеет шить, зашивает сосуды. Здесь 1-2 максимум надо сделать. После этого снимается турникет. Вот, и рана уже закрывается бинтами. Вот. Процент, ну скажем так, хитрость операции в том, что это действительно очень быстро и в умелых руках довольно аккуратно проходит. И саму операцию переживали практически все. Вот, а дальше шел вопрос, в общем, вопрос был о том, как будут за пациентом ухаживать. То есть, если есть возможность его кормить, поить, чтобы он лежал на кровати, мы меняли повязки, то выживаемость довольно неплохая. Там у разных врачей по разным мемуарам, там от где-то от 2/3 до 90% выживали. Неплохо, я могу. Вот, это
процент для того времени хороший. Вот. Но, допустим, это применимо к европейским походам Наполеона. То есть, когда после сражения, возможно, в госпитале оставить раненых. Когда он шел по России, тут кушать нечего, холодно, голодно, еще и дорог нету. Поэтому в этом случае выживал, в общем, процент выживания был очень низкий. Саму операцию все переживали, оно в течение нескольких недель от заражения, от холода, от общего истощения все равно погибали, к сожалению.